Привет, дорогие друзья, с вами Локи, продолжаем играть в Watch Dogs. И сейчас мы едем на наше очередное задание. Но перед этим я бы заехал в магазин оружия. Так, это взлом банкоматов. Это у нас что такое? Игра для смартфона. А давайте попробуем. Посмотрим, что это за мини-игрушка. Что здесь мне очень нравится, так это музыка. Музыка здесь хорошая. Так, и вот она. Мини-игра. Пройти обучение. Давайте пройдем. Собери золотые монеты. Окей. 2, 1. Погнали. Нельзя попадаться на этих монстриков. Но нужно дойти вот шкин-код. Забавно, на самом деле. Но больше напоминает Saints Row, конечно, нежели GTA. Да ты чё, албанец, что ли? Так. Давай, Эйден, давай! Ах ты ж черт! Напоролись на одного. Сколько их, интересно, еще-то? А, еще 3 штуки. Прошли. Новый рекорд. Выходим. Что нам за это дали? Поход дел ничего. Просто прошли задание. А сюжетное задание у нас где-то здесь. У оружейного магазина. Ой-ой-ой-ой-ой. Все-таки чувствую, я буду плохим. Раз сетевые усилили охрану, нужно прихватить пушек. Здорово, друг. Эй, как дела? Пополним боезапас. Это все слишком дорогое какое-то. А вот это неплохо. Так, пистолет, пулемет. Почем у нас штурмовая винтовка? 600 баксов. Тоже возьмем. Но спасибо. В последнее время меры безопасности в центрах CTOS в Чикаго усилились из-за кибератак группы хакеров DCEC.
Сегодня мы поговорим с Шарлоттой Гарднер, главой пиар-отдела компании Bloom. Главная безопасность Чикаго. Центры управления CTOS под охраной частной фирмы. Профессионалов, прошедших тренировку в горячих точках по всему миру. То есть, мисс Гарднер, эти профессионалы, по сути дела, наемники. И многие из них с преступным прошлым. Многие из них с армейским опытом. У наших солдат есть право служить своей стране в мирное время. CTOS под надежной защитой. А значит, жители Чикаго могут спать спокойно. Это была Шарлотта Гарднер, пресс-секретарь корпорации. Так, друзья, мне надо протестировать оружие. Пистолет с глушителем. Ага, вот. Фух, так. Ну, мы возьмем пистолет с глушителем, пока его спрячем. Погнали на задание. Ехать не так далеко, но и не совсем близко. При всех недостатках игры пока что она мне нравится. Да, слишком банальный сюжет. Сама она не особо сложная. Пропуск за кулисы. Охрана тут серьезная. Но выбора нет. Я найду этого приколиста. Найти охранника с кодом доступа. Решил. Так, камера. Что за странный звук? Еще одна камера, давайте смотреть. А вот нас уже и запалили, да. Вот здесь, ребят, не так все просто с проникновением именно по технологиям. И пока мы отсиживались, нас уже запалили. Хорошо, сейчас будем более внимательными и будем пробираться более осторожно. Найдите охранника с кодом доступа. Давайте попробуем вот к этой камере сначала подключиться. Блин, пацаны, сейчас рванет! Неплохо. А это что за хрень? Вот это я попал. Ищите там. Берегись. Осторожно. Тут есть еще одна камера. Thank you.
Давайте, ребят, может, под него кто захочет зайти. Не зевать! Кто здесь? Эта хрень сдвинула. Да. Так, спокойно. На ней же должен быть выключатель. Думай. Вот! Надеюсь, это не то, чем кажется. Офигеть! Вот это круто, ребят. Давайте сейчас переключимся на эту камеру. Сейчас, я думаю, друзья, можно уже пробовать попасть вовнутрь. Остался здесь один и двое там. Полный боезапас. Поблизости у нас никого нет. Мы их всех отвлекли. Так, что нам здесь нужно сделать? Так, шикарно. Взломали. Я в системе. Что? В смысле? Взломал CTOS? Так быстро? Теперь система как на ладони. У тебя есть доступ. И у меня тоже есть доступ. Будет скучно, глянь профайлер. Там можно найти много чего интересного. Да тут, в принципе, полно полезных приблуд. Можем использовать что угодно. Лучше мониторь трафик. Вдруг устранится ли в сети. Так ведь и они меня засекут. Ладно, сваливаю. И так задержался. А я найду звонившего. До связи. Здесь у нас, друзья, в центре три точки доступа. Оп. Давай, вылезай. Ах, скотина какая. Ладно, возьмем автомат. Хочешь быть таким настырным? Mm-hmm.
где, интересно, наша машина? Ищем дальше. Давайте возьмем. Куда он делся? Упустили? Возьмем мотоцикл. И нам надо покинуть зону, все как всегда, в принципе, как и в Assassin's Creed было. Доступ к сети района получен. Предлагаю сразу же активировать близлежащую вышечку. Где-то вот здесь она. Здоров, есть у меня к тебе дельца. Валяй. Мне тут подкинули выгодную сделку, а клиенту нужен водила. Нет. Ну, понимаешь, Марис стал безобразничать, хотел сбежать. Нужно перевести его. Я думаю, чего париться-то? Ведь мне насрать на Мариса. Но только не на принципы. Я довожу дела до конца, а ты мог бы... Ладно, хорошо, разберусь. Не, ну если тебе это в напряг... Да разберусь я. Что к чему? Выкладывай. Обычная работа. Подвести чувака. Плевое дело. Главное, не забывай, что ты мне помогаешь. Клиент платит за качество, ты уж не поленись. Не нервничай. Вот она дверь, где-то здесь должна быть камера. Ну вот одну камеру я вижу. Вот еще одна. А вот, собственно, и сама дверь. Так, не понял. Ну, так мы же взломали. Чё-то не хочет он взламывать, друзья. Это на самом деле странно. Наверное, слушайте, так это же еще не конец. Тут наверняка есть еще что-то. Да. Вот теперь мы отлично справились. У нас появилась куча дополнительных заданий. Район разблокирован. Найдите потенциального преступника. Так, у нас есть еще очко навыков. Предлагаю тогда бой. Что у нас есть в бою? Нужно 2 очка, уменьшает урон. Вот это пригодится, будем копить очки. Будем копить очки на... Так, а вот здесь вот... Нет, 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 нет! Смотрите, он не разбился, вот это жесть. Вот это жесть, с такой высоты шлепнуться. И не разбиться. Мы возьмем вот эту машину, нам почему-то на них везет. Едем за очередным преступником. Цепанул. Воу. Да, управление, конечно, здесь просто восхитительное.
делаешь, чувак? Вроде засек. Скоро я с ним разберусь. Теперь нам нужно следовать за этим пацаненком. А как далеко? Я что-то не понял. Это что такое? Устранение. Убейте или нейтрализуйте цель, движущуюся в автопотоке. Вообще, я бы вот этого парня нейтрализовал. Я что-то не то отметил. Почему вот это вообще задание отметилось? Компания «Насолевая муха». Очки опыта. Это мы сосканировали у него. Окей, где наша машина? Какие люди! Давненько мы не видели! Нифига себе. Это прям посреди дня. Нет, я тебя... Так, ну это, понятное дело, его не остановит. 36 лет. Гумозный ублюдок. О боже, нет! Вот они, смотрите. Извините. Вот так вот. Будешь людей убивать, да? Тогда я проломлю тебе черепушку. Я думаю, друзья, мы увидимся уже в следующей серии. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. С вами был Локи. Всем спасибо и пока-пока.